Похоже, в Эстонии появился главный борец по борьбе с коррупцией. Еще пару дней назад имя Артура Тальвика было известно в основном политикам, но уже 2 дня подряд он является чуть ли не главным поставщиком новостей. После разоблачений в полиции он принялся за таллинский порт. Еще недавно казалось, что про порт уже все сказано. Сейчас расследованием громкого случая коррупции в порту занимаются компетентные органы. Обвиняемые даже выпущены на свободу, но они находятся под строжайшим электронным контролем. Но сегодня вновь всплыл польский след. Наибольшее подозрение у следователей вызывает сделка с польским судостроительным заводом. Всего после конкурса было заказано 4 парома. 2 в Турции и 2 в Польше. Как и полагает Артур Талик, польские паромы стоят на 17,5 миллионов дороже турецких. Всего же на заказанные паромы выделено 120 миллионов евро. Но вот что кажется подозрительным главному антикоррупционеру. Я считаю, что такие данные должны быть публичными. Потому что вот как-то на бирже большие предприятия решают покупать, например, корабль, как сделает Таллинг, например, тогда цены этих кораблей публичные. И таким же образом должен повести себя предприятие, которым собственник государства. Однако новое руководство таллинского порта объяснило, что перед оформлением заказов были проведены переговоры с 7 производителями. 3 из них представили свои ценовые предложения. Однако за 19 месяцев, а паромные линии должны заработать с 1 октября этого года, ни одна судоверфь не бралась изготовить все 4 судна. Поэтому 2 были заказаны у победителя тендера Турции, а 2 других в Польше, занявшей 2-ю позицию. Обычно договор между заказчиком и исполнителем является конфиденциальным, но могу заверить телезрителей, что с этим договором знакомы многие учреждения и ведомства. Это обычный договор, и он не содержит каких-либо особенных деталей. Договоры всегда разные, многое, например, зависит от ситуации бизнеса, рабочая сила стоит по-разному, даже климат влияет. Все в конечном итоге зависит от того, какое предложение представляет конкретный завод. По словам Кайда Падара, сейчас нет никаких оснований для тревоги. В конце лета паромы прибудут в Эстонию. 1 сентября начнется продажа билетов, а 1 октября начнутся регулярные рейсы. Цена тендера действительно является конфиденциальной информацией и, как правило, не разглашается. Простому гражданину за такое разглашение грозило бы уголовное наказание вплоть до тюремного заключения. Но Артур Тальвик – депутат Ригикогу, и ему это не грозит. Поэтому никаких претензий руководство порта предъявлять ему не будет. Партнеры в Турции и Польше уже оповещены. В МВД же обещали в ближайшие дни дать ответ на вчерашний запрос Свободной партии по поводу действий генерального директора Департамента пограничной охраны и полиции. Тогда, возможно, станет и более понятным, сколько в опубликованных фактах криминала, сколько политических интересов. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.